Ходячие мертвецы. Тут одни сладости. К чему столько проблем? Никаких проблем. Привет. Назад! Живо! Руки вверх! Полегче, парни. Я убегал от мертвяков. Сколько их? 10. Может, больше. Не люблю рисковать. Если их больше 10, пускаюсь на утек. Где они? В полумиле отсюда. И направляются сюда. У вас где-то 11 минут. Ясно. Спасибо, что предупредил. Да. Но их больше, чем нас. Лучше держаться вместе. Верно? У вас есть лагерь? Нет. А у тебя? Нет. Простите, что напугал. Мне пора. Надеюсь, этот новый мир вас не разочарует. Я Рик. Это Дэрил. А тебя как звать? Пол Рови. Но друзья называли меня Иисусом. Выбирайте. Если у тебя нет лагеря, ты один? Да. И все же, меня лучше не задирать. Лучше не бросаться пустыми словами. Согласен. Сколько ходячих? Нет, не надо. Сколько ходячих ты убил? Простите, мне надо бежать. И вам тоже. У вас осталось минут 7. Что это было? Он был чистым, с ухоженной бородой. Что-то здесь не так. У него не было оружия. Можно попробовать за ним проследить, разузнать побольше. Вдруг он не один. Или взять его с собой. Нет, он назвался Иисусом. Это фейерверк. Дерьмо. Дьявол. Он украл у тебя ключи. Проклятие. Простите! Чтоб тебя...